только в эту субботу. Откуда растут ноги у самых красивых девушек Америки? В этом нам помогут разобраться два чумовых диджея – Стиллавин и Бачинский. Мисс США 2004. Красота по-американски. Только в эту субботу. Мисс США 2004 в 0:15 на СТС. Насладитесь мягким нежным вкусом сока Тонус. Необычное сочетание сочных спелых фруктов наградит вас улыбкой на целый день. Жизнь покажется вам простой и легкой, поскольку новый Тонус усилен витаминами. Тонус усилен витаминами, проверено мужчинами. Веселый праздник персиков в стране чудес молочных. В два раза больше фруктов нам щедро дарит лето. С апреля по май в «Чудо-йогурте» в два раза больше персиков. Отправьте 8 крышек любого йогурта «Чудо» и получите в подарок персиковую ложечку. С ней йогурт еще вкуснее. Страна чудес молочных. Я хочу подарить тебе неземную любовь и настоящее счастье. Я знаю, это судьба. Я знаю, что ты ищешь в толпе мои глаза, как я твои. Линии наших судеб не параллельны, и они пересекутся. Может, даже сегодня мы встретимся и больше никогда... Фотка ее есть? Неа. Тогда хорош. Давай следующего. МТС. Люди говорят. То, как ты себя ощущаешь, зависит даже от мельчайших деталей твоего стиля. С ежедневным Libres Freshness ты чувствуешь себя великолепно. Каждый день. Чувствуй себя великолепно. Носи Libres. Армейский пирог. Приди в кинотеатр, получи армейский жетон. Вопрос, который сегодня у всех на устах. Что же вызывает удивительный эффект шоколада воздушный? Давайте спросим. Как вы думаете? Конечно, это лопающиеся пузырьки. Это тающий шоколад. Да. Что вызывает удивительный эффект шоколада воздушного? Это лопающиеся пузырьки. А может, это и другое? Итак, мнения разделились. Звоните, страна хочет знать, что думаете вы. Лично мне кажется, что... В чем удивительный эффект шоколада воздушный? А что думаете вы? I love you. Когда-то я тоже хотел почувствовать себя англичанином. Я уж решил, во мне нет ничего английского. Пока не попробовал новый чай. Настоящий английский вкус. Липтон Taste of London. А вы пробовали? Липтон. Лучшее в чае, лучшее во мне. Почему каждый раз после еды необходим новый сминк Силикея? Когда вам хочется освежить дыхание и почистить зубы, жевательная резинка помогает вашим зубам, но выглядите вы слегка. Леденцы? Вкусно, но сахар вреден для ваших зубов. Сминк Силикея сочетает в себе лучшие качества жевательной резинки и леденцов. Сминк содержит ксилитол, препятствующий образованию кариеса. Сминк Силикея – чистые зубы и ультрасвежее дыхание. Попробуйте новый Сминк Силикея – лучший от жевательной резинки и леденцов. Лондо Колор. Цвета и блеск очарования. Как порадовать бабу? Нужно подарить ей шляпу. Солнце. И очки от солнца. И налить фруктовый сад. Фруктовый сад. Фруктовый праздник. И поцеловать. Где бы я ни был, я могу дарить свободу. Я могу больше. Единый тариф внутрисетевого роуминга для всей России. Мегафон. Будущее зависит от тебя. Наслаждаться жизнью. Ему присуще шипение. Роскошно. Вот наглость. Феликс, разберись. Сейчас вернусь. Не стоит мешать удовольствию. Швепс освежает особенно. По будням. Как во смутное время жила Маша Краснодевица, бедная, да с душой богатою. Как обидели ее купцы всемогущие, да и затаила на злобу лютую. Собрала лют обездоленный на расправу с врагом и на битву великую. По будням. Завтра будет завтра. Русский сериал 20:00 на СТС. По будням.
знаменитости, звезды. У нас они просто люди с искренними рассказами о своей жизни. Я вовсе не хочу выходить замуж. Я никто. Ничего такого подобного быть не может. Ты можешь следовать их примеру или учиться на их ошибках. Я же тебе все отдала. Арене! Нет, ну немного. Смотри интересные истории из обычной жизни необычных людей. Вам нужны такие вот... По будням. Истории в деталях. Сделано на СТС. Сделано подробно.